Я очень люблю преподавать русский язык, мне очень нравится это занятие, потому что мне нравится видеть, как студенты, не говорившие никогда на этом языке, начинают вдруг на нем говорить. Я получаю от этого очень большое удовольствие. Мне очень здесь нравится учиться, потому что здесь очень хорошие преподаватели, они очень добрые, отзывчивые, нам помогают. Мне здесь нравится, что здесь студенты из со всей Европы, и у меня тоже здесь много друзей. Мне здесь очень нравится, что море недалеко, и там очень красивый пляж. Это значит, что я после школы я всегда еду на море, и я там лежу на пляж и отдыхаю. И тоже Рига, она очень красивая, но можно гулять по Риге, и там много ресторанов, баров, дискотек. Мы предлагаем как обычные коммуникативные курсы, так и специализированные, например, бизнес-русский, а также подготовку к международным экзаменам ТЭЛК, ТРКИ. Я решил учиться русскому языку в университете, и тоже я всегда интересуюсь русской культурой и русским языком. Мне очень нравится здесь атмосфера, и у нас здесь в Риге хороший, красивый город, и все было очень полезно для меня, чтобы лучше узнать, как правильно говорить по-русски. А большой плюс этой школы то, что все преподаватели русскоязычные, из русскоговорящих стран, то есть они могут довольно-таки хорошо нас обучать не только грамматике, а еще и сленгу, и словам, которые используются именно в России в наше время. В Ригу надо приехать всем, по крайней мере, раз в жизни, потому что это город культуры 2014 года. Здесь действительно очень интересно, замечательные музеи, замечательные люди. Рига прекрасна во все времена. Летом можно выйти просто в парк, отдохнуть, загорать. Зимой наслаждаться снегом. Всегда все двери концертных залов и музеев и театров открыты для всех студентов. И всегда каждый студент найдет для себя что-нибудь по интересам. Да, то, что мне нравится о Риге, это чувствуется как европейский город, но все равно можно встречаться с многими русскоговорящими здесь людьми. И вообще, я считаю, что все должны учить русский язык именно в этом институте, потому что это хорошее место и очень хорошие люди здесь работают. И хочу сказать, что приезжать изучать русский язык в Риге – это здорово. Конечно, это именно то самое место, куда нужно приехать. Будем ждать вас в Лидена Дэнс.